2024 объявлен в стране годом семьи. Такое решение принял президент России Владимир Путин, чтобы в очередной раз подчеркнуть важность семейных ценностей и традиций. В городском округе Люберцы проживает более 4500 многодетных семей. Луиза Егиазарян побывала в гостях у одной из них и подготовила сюжет. Детки, давайте пить чай. Проходите. Давайте рассаживайтесь, Осторожненько. Супер. Совместное чаепитие субботним утром. За большим столом юдины обсуждают, как прошла очередная неделя у каждого из них, и строят планы на выходные. Кто за то, чтобы идти в кино сегодня вечером? Почти единогласно принято решение идти в кино, а пока до вечера еще есть время, каждый может заняться любимым делом. Увлечений и хобби у этой семьи много. Это и спорт, и музыка, и живопись, и декоративно-прикладное творчество. И в каждом направлении немало достижений. Вот этот уголок с многочисленными медалями, дипломами и кубками тому доказательство. И вообще, вся квартира этой многодетной семьи как маленький филиал Дворца культуры, а художественный руководитель в нем – мама. Я хочу сказать, что нужно быть вообще смелыми, очень осторожными со своими желаниями. Я действительно всегда хотела, говорила, у меня будет семья, семья. И вот в результате у меня семья. Я и мои 6 детей. 4 сына и 2 дочки. Самому старшему ребенку Денису 21 год. Скоро исполнится 22. А самой младшей Александре 8 лет. Между ними 4 подростков. Юдины переехали в Люберцы из Анапы в августе прошлого года. Но и здесь они планируют пополнять копилку своих достижений и заниматься творчеством. Когда я приехала, конечно, я не хотела останавливаться на творчестве. Понятно, что здесь Москва, большая конкуренция, Московская область, да, мы из Краснодарского края. Но даже находясь в Краснодарском крае, мы выиграли, причем лауреаты первой степени стали московского конкурса вокального. Вот. Поэтому я за то, что конкуренция отлична. Выходим из зоны комфорта, идем дальше, развиваемся. Спасибо, Бог, за лунный свет. За дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой, аллилуйя. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.